Всем-всем доброе утро! С вами вновь телестудия ОКО, и мы, ее ведущие, Савелий Сухарев и Алина Кузьмина. 8 апреля пройдет тотальный диктант. Алина, а ты когда-нибудь принимала в нем участие? Да, и я знаю, что Нижний Тагил может стать столицей тотального диктанта. Сейчас проходит онлайн-голосование, и наш город на первом месте. Пока в лидерах вместе с нами Омск и Калининград. За звание главной площадки всемирной акции также борется Мурманск. Тагил впереди. Сейчас главное – не сдать позицию. Голосовать можно один раз в сутки на официальном сайте акции. Поддержим наш город! И напоминаем, что политехническая гимназия – одна из основных площадок тотального диктанта. Финал голосования состоится 2 февраля. Планируется, что в день акции 8 апреля в город-победитель приедет сам автор текста Василий Авченко, чтобы лично прочитать диктант. Также в столице тотального диктанта будет организована студия онлайн-марафона с трансляцией на весь мир. Организатор акции в Нижнем Тагиле – телекомпания «Телекон». Учащихся с 3 по 7 классы чествовали в гимназии. Ребят наградили за достижения в открытой олимпиаде по математике. Как все проходило, расскажет Анна Соколова. Она тоже была приглашена на мероприятие. В конференц-зале около 30 гимназистов. Все они отлично выступили на открытой олимпиаде политехнической гимназии по математике. Сначала были вручены похвальные грамоты за успешное участие в интеллектуальном соревновании, затем благодарности, и после на сцену поднялись ребята, удостоенные дипломов от 3 до 1 степеней. Всем собравшимся также подарили не просто ценные, а еще и полезные для развития призы. Открытая олимпиада прошла в гимназии в 14 раз. Педагоги сказали, что горды победами своих учеников, и им отрадно видеть столько юных талантливых математиков. 24 января музей политехнической гимназии отметил 27-летие. Его первым руководителем была Алевтина Николаевна Демина. Алевтина Николаевна – отличник народного просвещения, заслуженный учитель школы РСФСР, ее имя занесено в книгу почета гимназии. Музей был открыт в 1996 году, чтобы сохранить историческую память, воспитывать в учащихся патриотизм. Более двух десятков лет педагоги вместе с детьми изучают историю города, предков, готовят и проводят экскурсии, придумывают и реализуют музейные проекты, участвуют в конкурсах и побеждают в них. В создании мероприятий используют современные технологии. От всей души поздравляем хранителей и всех, кто причастен к жизни музея. С праздником! Кстати, в музее стартовал новый проект «13 историй гимназического кристалла». Его уже успели оценить несколько классов. Ребята говорят, что задумка получилась познавательной, увлекательной и красочной. Подробности у Андрея Гетманенко. Учащиеся начальной школы с интересом слушают рассказ своих сверстников. Юные музейщики презентуют проект «13 историй магического кристалла». Кристалла, потому что именно он является эмблемой гимназии. 13, потому что у него 13 граней. А истории? О самой школе, ее создании, девизе, традициях. История о гимне политехнической гимназии. Когда думаем, что нам с трудностями не справиться, гимн гимназии всегда в сердце отзывается. Слова гимна знают все в школе, от первоклассника до выпускника. Автором его слов является Денисова Ирина Евгеньевна, а композитором – Ведерников Сергей Анатольевич. Ирина Евгеньевна и Сергей Анатольевич долгое время работали в гимназии и написали много песен про школьную жизнь. Был даже издан диск, в который входит 17 музыкальных композиций. Гимназия была создана в 1991 году, но только в 1993 обрела свое здание. На новоселье строители подарили школьникам ключ знаний. Самыми первыми гимназистами стали 583 ребенка. Все они прошли конкурсный отбор. В истории об эмблеме ребята рассказывают, что кристалл символизирует многогранность учащихся школы. Его изображение можно увидеть в разных местах здания, на документах, стендах, значках. А вы знаете, сколько воплощений кристалла есть в гимназии? Юные экскурсоводы насчитали 20. Подготовили проект и ребят к выступлению педагоги музея с большой любовью к гимназии и специально к ее юбилею. В кванториуме гимназии прошли соревнования по робототехнике. Первые для наших юных учеников. Подробнее в сюжете у Софии Толстовой.
Сейчас в Кванториуме проходят соревнования по робототехнике. Первый раз в них приняли участие третьеклассники. Пожелаем им удачи и заглянем на соревновательную площадку. В зале Кванториума 6 команд. Все ребята очень стараются. Каждый хочет победить. Подготовке к соревнованиям было посвящено несколько занятий. Третьеклассники разбирали конструкцию робота, программный код. Во всем помогала педагог по робототехнике Лилия Илшатовна Гуляева. Добрый день, Лилия Илшатовна. Расскажите, пожалуйста, что это за конкурс и кто принимает в нем участие? Каждый год в середине января у нас проходит цикл внутренних гимназических соревнований в кружке робототехника. Задача ребят сегодня – собрать конструкцию робота, сделать программу и научить робота двигаться по полю так, чтобы он смог поставить фишки в нужные метки. Что получит победитель? Победитель получит диплом и сладкий приз. Ну и плюс еще огромный опыт для ребят, который заключается в том, что они сегодня получают знания и навыки работы на полигоне с экспертами, навыки взаимодействия с участниками-соперниками. В том числе у них сегодня прям открываются новые знания по правилам проведения, то есть они сегодня узнают, что такое карантин для робота, для чего он нужен, как проходят заезды, как организуются мероприятия, ну и ориентируются уже для себя, что для них становится ближе, либо соревновательная робототехника, либо все-таки творческая исследовательская деятельность в данном направлении. Время летело для участников незаметно, хотя было дано на выполнение задания 1,5 часа и 20 минут на доработку. Как отметила Лилия Лушатна, на робототехнических соревнованиях введен новый критерий оценки – благородный профессионализм. И баллы ставятся за помощь сопернику. На соревнованиях в гимназии ребята охотно помогали друг другу. На третьем месте 25 баллами команда «Лего-хакеры» и «Лего-бот». На втором с 35 баллами «Бульмени», а победила команда «Свекольные чипсы» Михаила Бундина и Марии Кузнецовой. Они набрали больше всех баллов – 45. 11-классник гимназии Александр Петренев участвовал в розыгрыше призов от магазина «Верный» – «Верный отличник». И выиграл MacBook Air. Александр закончил четверть на одни пятерки, заполнил анкету и отнес ее в магазин. У вас тоже есть шанс выиграть один из 50 призов. Равняйтесь на Александра и побеждайте! Еще одна знаменательная дата – День российской науки, который отмечается 8 февраля, подала нам идею для создания новой рубрики. Ее название – «Гость в студии». И первым нашим гостем стал кандидат педагогических наук, заместитель директора по научно-методической деятельности в гимназии Петр Григорьевич Постников. Вот так 4 февраля 2013 года в нашем телеуроке впервые появилась рубрика «Гость в студии», а ее первой ведущей стала ученица 11 класса Екатерина Эпель. А сегодня, спустя 10 лет, заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Гершевна Эпель сама стала нашей гостьей. А беседует с ней Анастасия Малиновская. Здравствуйте, Екатерина Гершевна. Скажите, о чем вам напоминает наша телестудия? Знакомая обстановка? Обстановка, конечно, знакомая, но в ней я провела только последние 2 года своей жизни в телестудии ОКО. До этого мы работали в маленьком помещении в старом здании. Но от этого наши годы не прошли мрачнее. Наоборот, там атмосфера была, наверное, дружеской, семейной такой. Дикторские записывались на стуле у Анатолия Алексеевича, за нами был его монитор. Вот. А свои первые я вообще записала еще на такой специальной подставке. В целом, я рада, что гимназисты сегодня могут работать в более комфортных условиях. Надеюсь, что это позволяет раскрыть их таланты намного быстрее. 10 лет – это, безусловно, долгий срок. Скажите, как изменило это десятилетие вашу жизнь? Где вы учились, с кем успели поработать и, наконец, что привело вас обратно в гимназию? Да, за эти 10 лет я успела много где поучиться. Я получила 2 бакалавриата – в 2 санкт-петербургских вузах. Один – это Санкт-Петербургский государственный экономический университет, там я окончила юрфак. И также я окончила факультет социологии в Санкт-Петербургском государственном университете, направление социальная работа. На данный момент я продолжаю учиться в магистратуре на 2-м курсе по направлению социальная работа в СПбГУ, и я
заканчиваю исторический педагогический факультет в РГПУ имени Герцена. За это время я поработала в качестве научного сотрудника в грантовых проектах в СПбГУ, один из которых был посвящен международной миграции в Российской Федерации, а второй – изменению социальной системы Российской Федерации. После, последний этот год, я работала в качестве административного сотрудника в Высшей школе экономики. Работала с детьми в учебном офисе, ну, с детьми, конечно, другого возраста, но я тоже считаю их детьми. А в гимназию меня привел случай, и вообще я думаю, что все в этой жизни, все, что происходит, происходит именно так, как должно быть. Меня сюда пригласили, и я с радостью пришла, так как считаю, что для своей школы я могу на данный момент сделать гораздо больше, чем когда я была ее ученицей. Ведь на данный момент у меня гораздо больше возможностей. Мы знаем, что учась в гимназии, вы принимали активную деятельность в жизни школьного музея. Скажите, каким вы видите наш гимназический музей сейчас, спустя десятилетия? Если зайти в сам музей, то, конечно, его помещения ничуть не изменились. Думаю, что за эти десятилетия только количество выставок увеличилось, на которых смогли побывать гимназисты. Музей так и остался лучшим школьным музеем Свердловской области. Они достигли множества вершин, но думаю, что впереди их ждет еще больше. Какими вы видите нынешних гимназистов? Сильно мы отличаемся от вашего поколения? Я думаю, что да, нынешние гимназисты и вправду отличаются от нашего поколения, но это связано скорее с процессами, которые происходят в мире, с глобализацией, с изменением ценностей. Но они остались все теми же детьми с горящими глазами. И поэтому я надеюсь, что ту воспитательную работу, которую у нас получится выстроить, теперь уже вместе со мной, поможет нашим гимназистам каждый день становиться лучшей версией себя. Что бы вы хотели пожелать нынешним учащимся? Дорогие гимназисты, я хотела бы вам пожелать не бояться никаких преград. Ведь все проблемы решаемы, а все ошибки поправимы. Главное вовремя обратиться за помощью. Будь то к другу, однокласснику, классному руководителю или любому члену нашего дружного гимназического коллектива. Ведь мы всегда рады прийти вам на помощь. Мы хотим быть для вас не только наставниками, но и друзьями. Большое спасибо, что побывали гостем в нашем студии. Мы рады. Я тоже буду всегда рада прийти к вам вновь. Наш телеурок тем временем подошел к концу. Надеемся, вам было интересно. Желаем всем продуктивной недели и солнечного настроения. Ну а пока! Пока!